Мы продолжаем информировать об отключениях электроэнергии в отдельных районах города, связанных с плановыми ремонтными работами на подстанции Харцизская, 35. Итак, в четверг, 7 июня с 8 и до 9 утра и с 12 часов дня до 13:00 под отключение электричества попадет в основном частный сектор микрорайона Северный, его южная часть от Вокзальной и до улицы Некрасова, причем по обе стороны от улицы Клары Цеткин. В этот же день с 13:00 до 16:30 будут обесточены сети в северной части микрорайона от улицы Гайдара до улицы Маяковского.